Замечательные знаки. Кравченко Виктор Сергеевич, 10.10.2002, с Воронежской области. Приехал в Украину посмотреть, правда ли, ну, что вообще говорят, что делают на Украине. Ну, если тебе задали вопрос, значит, отвечай на него. Ну, приехал, посмотрел. Посмотрел. И? Ребята спили. Ну, фашисты тут вас пытали, блядь, что? Да нет, нормально все. Там 3 дня, но получается. У тебя позывной Крава, да? Да. Угу. Знакомая личность. Знакомая? Конечно. Ты кто? От дома хуёвый, Николаевич. Откуда? Из города Перми. Водитель. Пермь? Пермь? Самой Перми? Да. Понятно. Водитель чего? БМ-21. Граб. Да. Понятно. Год рождения? 2000. 2000. Ясненько. Глебов Никита Михайлович, Воронежская область. Пулеметчик. Дата рождения? 2003. Какой? 2003. Ваня, что здесь делаешь? Приехал попробовать посмотреть как. Посмотреть приехал. Что именно? На наши красоты? Что здесь вообще? Ну и что увидел? Не очень хороший. А? Не очень хороший. В смысле, у нас что, не очень хорошо в стране? Не, у вас хорошо. Ну, а зачем вообще приезжал? В основном денег заработать, потому что мозги промывали, говорю, там деньги, все. Так. Фашисты, да? Нет, такого не. Мирные жители убивают. Такого не говорит. Понятно. Ясненько. Хорошо. Это надо? Пока занят, давай. Девушка есть? Нет. Родители? Бабушка. А мама, папа? Ну, батя давно не видел, маму вообще ни разу не видел. С детства самого еще. Угу. Понятно. Ясно. Хорошо.